рубрика «Раки рандомы». Сегодня у нас тест ОЛТ на карте «Золотая долина». И такого бреда и абсурда я не видел даже в своем рандоме. Дружище, не забывай прожимать лайк и оставлять комментарии, ведь так ты помогаешь продвижению контента. Герой видео, разобравшись с ТВП в ущелье, переезжает в сторону города, ведь там основная масса противников. Да, сверхурона здесь нет, и поначалу идет обыкновенный настрел, но в один прекрасный момент будут происходить максимально странные вещи, которые даже не будут поддаваться комментариям. Несколько выстрелов по тяжам, и несмотря на то, что наш герой делает все возможное и наносит урон, команде не мешает это сливаться. В один момент на героя начинают закатывать прога и Type 71, и вы просто посмотрите, что творит боец на итальянце. Честно, уже с этого момента меня проперло на смех, когда я смотрел этот реплей. Убив тайпа, герой остается 1 в 3, дело пахнет жареным и начинает уходить сходу, добивая прогов, и при этом танкует бабаху, врезавшись при этом в препятствие. Вражеский йох реализует один из двух выстрелов, и смотрите, что дальше происходит. Наш танкист просто затаился в ожидании врагов, ведь он шотный. Балбесы из вражеской команды походу не поняли, что они в превосходстве, и вместо захвата точки С они просто отдают победу, пытаясь найти нашего тестолета. Колобанов 1 в 3, раки рандома.